обеяны славой, их памятники точно огня. Есть города, носящие по праву прославленных людей большие имена. Среди многих городов Вселенной, похожих и различных между собой, один есть город, навсегда нетленный, с неповторимой, сказочной судьбой. Прошлое и настоящее, вера в ее счастливое будущее — это
Сегодня в нашем концерте перед вами выступят лучшие коллективы нашего города, солисты комплекса «Корабел», а также наш любимый и прославленный ансамбль «Крестей Гнязь» и Черноморского флота Российской Федерации. Ну а открыл наш праздник не менее легендарный и прославленный коллектив хор ветеранов Черноморского флота «Морская душа» и руководитель Таня Сидоренников, композитор и продюсер, лауреат премии Ленинского комсомола Сергей Иванович Колодяжный.
ансамбль «Морская душа». Спасибо большое. Россия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, а потому, что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. Встает заря светлая и горяча, и будет так в веки нерушимом. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима. Для вас поет заслуженная артистка Украины Татьяна Бартхова. Thank you.
So
Они
сам, словно купол старинном соборе. И голосам слышим мы по ночам до сих пор. Слушайте все, не слушайте черное море. Слышит гол, многотысячный слышит его. Спокойно жить, силу не жалея.
Несет корабли.
море, четыре буквы, в которых так много свежести, глубины, сладости и покоя. Оно манит своей магической красотой и загадочным величием. Море и небо – два символа бесконечности. Yeah.
Yeah.
Тихо плещет вода, жарко светит луна. Только переговаривай твой, и твое, и твое. И шумит над головой, соседи и свой. Севастополь, Севас, золотые деньги. Присоединяй пути не раз, ваши глаз огоньки. Аплодисменты коллективу.
Именно этот коллектив «Шевизор» 5 лет назад стал первым исполнителем этого произведения. Впервые легендарный «Севастополь» прозвучал в исполнении ансамбля именно на этой сцене, в доме офицера флота в канун столетия первой обороны Севастополя. Песня произвела настолько сильное впечатление на всех присутствующих, что было принято решение для популяризации на флоте и городе собрать на стадионе Черноморского флота флотские и городские греческие коллективы для разучивания и исполнения этой песни. Это событие состоялось 17 октября 1954 года. На стадионе флота трибуны были заполнены до отказа. В сопровождении сводного военного оркестра под управлением Бориса Боголепова глянул объединенный хор моряков, художественных коллективов и жителей города Севастополя. Так песня легендарного Севастополя сразу и навсегда покорила и город, и флот. На сцену приглашается начальник Головного управления культуры Севастополя Красноицкий Николай Иванович. Спасибо, Николай Иванович.
Спасибо, мы приглашаем заместителя председателя Совета Севастопольской региональной общественной организации ветеранов Игорь Борисович Кучиновский. Член общественной палаты Севастополя Олег Советович Гасанов. Председатель Севастопольской региональной общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Андреевна Дронова. И депутата Законодательного собрания городского совета Евгения Георгиевича Кобылька. Я смотрю на наш
наших ребят, ансамбль песни «Тряски». За это время не раз поднялся коллектив. Но звучит та же песня, тот же гимн, тот же легендарный Севастополь, теми же голосами. Я вспоминаю и Женю Устинова, и Николая Иванова, всех тех ребят, которые были в этом строении. 65 лет назад над Севастополем прозвучала тогда еще песня, сейчас это гимн. И с тех пор 65 лет песня звучит на всех торжественных мероприятиях. Это уже гимн. У нас есть правило, Сабирович сказал, герб, гимн, флаг. Это наша Севастопольская. Когда нам говорят, давайте поменяем герб, потому что героическая какая-то там комиссия что-то не примет. Мы севастопольцы. Это наш герб. Это наш флаг, это наш гимн, это наш Севастополь. И мы будем решать один момент. Я поздравляю вас с замечательным праздником. Это праздник. И действительно, ровно через год, 17 октября, на площади Дахима, я приду, чтобы со всеми севастопольцами исполнить легендарный Севастополь. Спасибо, друзья. Праздник вам. Сегодня легендарный Севастополь. Так же, как и 65 лет назад, наполняет наше сердце гордостью за свой город и его героическую историю. Можно с уверенностью сказать, что гимн города-героя всегда поддерживал в наших душах чувство патриотизма и сыграл свою роль в возвращении Севастополя домой, в Россию. Мы предлагаем всем вам вновь наполнить гордостью сердца. Давайте вместе с нашим легендарным коллективом, всем залом, исполним нашу любимую песню, наш дорогой гимн легендарный Севастополь. Yeah.
Господь, 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 Патриот дух мощный, святой, наполняет аллеи и скверы. По пути мне, мой город, с тобой. Я в судьбу твою лучшую верю. Мы выражаем благодарность всем собравшимся в этом зале за участие в нашем мероприятии. Мы, севастопольцы, чтим свои традиции. И пусть массовое исполнение песни «Легендарный Севастополь», гимна нашего города, станет хорошей, доброй традицией, когда-нибудь меня всем героям, отдавшим жизнь за наш город. И мы все-таки надеемся, что на следующий год возобновится эта традиция, и мы исполним на площади Рахимова этот город всеми желающими и всем, кто придет на эту любимую площадь. А сейчас мы вам говорим спасибо большое, мы еще раз от всей души поздравляем вас с праздником!